Жизнь Родине, честь никому. В столичной школе номер 37 прошло посвящение первоклассников в кадеты. Юные защитники Родины дали клятву верности стране. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. Знамя Победы и звуки торжественного марша, воздушные шары цветов российского флага и гимн страны. 32 юных патриота приносят клятву быть преданным своей семье, народу и отечеству. Посвящение в кадеты – первый шаг к взрослой мечте. Первоклассница Даша пока немного знает об этом молодежном движении, но уже берет на себя недетскую ответственность. Девочка уверена, ее класс особый. Тут мы строевую подготовку делаем. Еще что, другие классы плавают в бассейне один раз, а мы два. Юным кадетам предстоит многому научиться, чтобы быть достойными носить это звание. Волнуются не только ребята, но и те, кто пройдет этот путь вместе с ними – учителя и родители. Я считаю, что с самого маленького возраста, с детских садов, со школ наших детей нужно обучать именно любить Родину, чтобы они знали нашу историю, чтобы знали подвиги наших предков. Мальчики, они наши будущие защитники, и они уже с детства должны уметь понимать, где добро и где зло. Кадетское образование гармонично сочетает в себе и современные, и традиционные педагогические методики. Но что самое главное, укрепляет любовь к родине и чувство патриотизма. Учеников в первый кадетский класс принимают не по желанию. Здесь проводят специальный отбор. Нагрузка на ребят ложится двойная. В первые кадетские классы попадают не все желающие. Туда попадают только дети, годные по здоровью, также дети физически подготовленные. И, естественно, это успеваемость 4-5. Остальные дети, как говорится, если ты не успеваешь в учебе, то ты не будешь успевать в кадетском образовании. Поэтому в кадетском образовании у нас на сегодняшний день лучшие из лучших. Они дали родине клятву верности и получили первые в своей жизни погоны. Впрочем, идут в кадеты не только те, кто собирается связать свою жизнь с военным делом. Ответственность, дисциплина, сила духа – эти качества пригодятся и в обычной жизни. Рифат Фаткуллин, Алена Алексеева, Игорь Зверев, Республика.